И всем привет, с вами я, Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в Star Wars Battlefront. И мы тут начнем за клонов играть, потому что у нас Геонозис. И мы пошли за дроидов. Мы это смотрели в прошлом видео, поэтому не смотрим, чтобы время не терять. А если вы не смотрели, то посмотрите прошлую серию. Беру сразу штурмовика вот этого и отправляюсь. Так, а вот наши враги. Стреляем по ним, не даем им просто действовать. Что он убил? Так, ну, в этой машине какой-то. Да, это. Разворачиваю эту машину. И я стреляю вот в эту и буду сейчас уходить с нее. Я вот вышел и ее уже заготовили. Для меня на самом деле это очень хорошо. Тем, что я быстрым путем смог добраться и забраться сюда наверх. И теперь я владею. Я, конечно, там не владею здесь. Так, вот это передачу быстро нужно убить. Но я его поздно начал отстреливать. И он меня убил, к сожалению. И так как мы ту точку не успели схватить, из-за того, что враг еще был там, то это и плохо. Получай. Что-то долго ломался. Опаньки. Так, минус. Еще сейчас будет минус. Да. Свою броню поставил там, вонючий. И у нас сейчас все очень плохо. У нас не получается. Ай-яй-яй-яй. И меня опять убили. Нужно сейчас более аккуратно играть. Ну, потому что проигрываю. И это плохо. Так, стреляем вдаль сразу. Вот этого дроида убиваю. Потому что на нем больше всего огня идет. Я сейчас разброс ушел. И можно теперь нормально стрелять. Так, там еще один. Все, ту точку мы захватили, это хорошо. Иду помогать захватом другой точки соседей. Почему у него броня-то не ушла? Но после взрыва она была померлась. Уничтожилась. Но она не уничтожилась почему-то. Я тут спавнюсь. Я хотел сразу на эту. Так откуда мы слышали? Нас обошли. Я хотел взять эту машину и пойти уничтожать врага, но меня свой пройдет. Чё, я теперь управляю сам машиной? Ну да, я сам управляю. Я на самом деле сейчас очень хорошо получается на эту машину уничтожить. Так.
ты так меня хорошо стреляют то. О! Я по дроидам стреляю, и у меня очень хорошо получается не попадать. Это, наверное, то, что я в них там сразу не попадаю, а реально. Итак, у нас эту точку забрали, это плохо. Нашим нужно ее вернуть. Фан. Несмотря на то, что я... Сейчас неплохо попадает быстро, на самом деле. У них не получается не уничтожить. И вот эта вот проблема, то что раньше не пытаются захватить точку. Да. Мне, наверное, придется все-таки время под свой был. Мне, наверное, придется выйти все-таки из машины с вывода дома. И самому захватить точку, потому что очень далеко. На самом деле бежать надо. Ладно, я пошел, потому что моя задача на самом деле добраться до каждой точки спауна. И мне на самом деле тяжело получится это делать. Считаю то, что мне стреляют. Кстати, а вот я знаю, что паша, которая нужно уничтожить. Блин, своего что. Эту башню, потому что я все-таки сразу попадаю в 4 попадания. Я остановлюсь и буду стрелять против башни, потому что во-первых, враг появляется, а еще для меня это будет выгоднее, что враг будет дальше спавниться, и пока бежит враг, то все, я не сложу, да? Или нет? Как написано туда? Все, я ее перепишу. Бам. Все, дальше пошло. Кстати, заметьте, как я уничтожил башню и начал дальше идти, то тут, ну, во-первых, немало шансов брало для дроида, который пытается меня убить. Так и еще, кроме этого, я немало сразу один выстрел. Ладно. Мне интересует, где еще наши башни. Или все уничтожили. Походу, их уничтожили. Вот там вот враг. Я ломаю башню. Эту башню ломаю, если на всякий случай. Мало ли. Ну и по-хорошему все. Я больше могу и не пользоваться этой машиной. Эй, вы, что встали?
Идите, сражайтесь. Так. Ну, как я вижу, у нас не прям так все хорошо. После того, как я перестал с ним сражаться, то точно перестали захватывать. Я хотя бы враг уничтожил одну точку. Снайпер, значит. Блин, убиваю на самом деле. Одно попадание, все, он мертв. Ч? Ай-яй-яй. Но этим на самом деле тяжело играть, если на дальний дистанции. Ну мы пока выигрываем 40 на 36, это хорошо. Так, минус 2 это. Минус это двое. Ну и стрелять теперь в того двое. Снимаю его, ТП. И у меня своя пройдет. Так. Ух ты, я попал. Сам. На. Два попадания, он не готов. Настой на месте. Там. Главное то, что я смог почти захватить эту точку. И пока я ее захватывал, я немало врагов убил. Так как? Как я так попасть могу сразу? Так, все, нашу точку захватили эту. Это хорошо. Итак, где враг? 9 на 8. Так как я снайпер, мне кажется, что я могу издали стрелять и уничтожать. И мне это великолепно просто. Вот я вот так вот троих издали убил. И сейчас преимущество 6 на 3, 5 на 3. Как я так тебя не убил? Очень все похоже. Ой. Чё-то не туда. Да, 2 на 2 теперь. Из-за того, что я не туда кинул гранату, и она взорвалась около меня, из-за этого очень плохо произошло сейчас. Из-за этого мы, в принципе, проиграть можем. Потому что преимущество было 3 на 2, теперь это 2 на 2. Так, 1 на 1. А вот он последний. Все, победа. 1-0. Ну, это хорошо, то, что у меня получилось попасть в того троида и уничтожить его. Последнюю. И у меня 67 убийств, 9 смертей и 1 захвачена точка.
врага самый лучший. 44 убийства, 7 смертей. Ну, считай то, что у меня 9 смертей и сколько убийств, то это нормально. Хотя можно было и меньше умирать. Ну, либо столько же умирать, но больше убить. Да, вообще мог и больше убить, если бы не утралил машине. Victory! Victory, you say? Master Obi-Wan, not victory. The shroud of the dark side has fallen. Begun, the Clone War has. On Kamino, our eventual victory depends. Defend against us. Я надеюсь, здесь джедай будет доступен или нет. Я надеюсь, то, что все-таки будет он доступен. Я хочу с джедаем поиграть. Посмотреть, как джедаи играть. Но тут джедаи нету. Обидно. 239 на 199. И у нас сразу большое преимущество. И это немного сам. А, понятно, это очки. Жизнь. Очень много, и у нас будет очень тяжело получаться на каждую точку. Так, отстреливаем. Идем и стреляем вверх, а с надеждой того, что он пойдем и уйдем. А кто тут? Нет, зачем мне его? Кто тут? Мне уже не нужно убивать. Ловите гранату. Чё он не умер? Как так? Я не умер, да, когда он не умер. Даже около гранаты взорвалась. Что за бред? О, наш получилось там захватить, ну, пробиться. И захватывают они сейчас точку. Так. Our reinforcements are being depleted.
Ай-яй-яй-яй-яй. Я все-таки вот попал. Это плохо. Ну так как я снайпер, то я его могу быстро снять. Но мне на тот момент было неудобно убивать, потому что он ко мне лицом стоит. Стоял. Я даже сейчас его не должен был убить. Я спокойно. А, нет. Попал. Попал и убил. Так, я у него там попал, он пытался еще убить. Да. В этого стреляем, его убивает. Так, так я много уже у него вышел, делал. Все, жив и жив. Что за бред? Я могу не спорить с тем, что я вот этого не могу попасть. Потому что он экономится, и в принципе я мог бы его попасть. Из-за этого он сейчас и не умирает. Ну и то, это жертва. Так, снайпера одного убил, второго убил. Занял. Давайте. Я верю в вас, вы сможете добиться. Давайте, вперед. У меня на самом деле большой дамаг идет, поэтому мне лучше всего самому стрелять в этой дроне. Чёрт, я плохо снимаю мегалюту на самом деле. Не хочет его гонять, брат. Всё. Давай погоняем. Кто-то если машину взять, это я сразу замечу и я его убью. Так что у них особо нет такой возможности взять сеть машину. Кто-нибудь садится и сразу же будет умирать. В этом отеле. Ну, у меня на самом деле не так и много убийств. Что, нуля? Нет, нуля нет. Так, тебя. Ну, я их быстро убиваю. Быстро я их сошу. Проигрываем уже в центре. Нужно помочь им. Нифига себе, как мы проигрываем. Прямо у самых ворот. Враг. Пап.
Нет, нас обили, другой главный. Нас слева обходим. Нет, грудники-то, блин. Грудники, это плохо. Огонь. Ну все, мы победили. 55-1, потому что им никак не получится взять нас победить. Так, все, Виктория. И я опять самый лучший, и опять у меня больше всех. По смертям у меня, ну, нормальное количество. Убийств больше всех. Что и во вражеских, что и в своей команде. 36. И две точки захвачены. Нормально. Дюку. Так, что это? На фильм показать. Или без фильма. Я сразу там тебя туда заспавню. Ну и пока что новый комп играет. И у нас сразу на одно... А нет, у врага на одно хп меньше, теперь на два. У них хп уменьшать? А, я вспомнил, что это. Я просто довольно давно играл в Battlefront. У своего, правда, друга, не у себя. Я не так давно только купил его. Поэтому я вспомнил, что это. Тяжело будет выиграть их. Там два способа, как можно выиграть. Первый, тупо идти на пролом здесь вот в лоб. Второй, обходить врага. Зря он закатился сюда. Кстати, я вот так вот могу с колонной, ну, с колонной на дом стоять и убивать вот это, кто побегает. Ай, гранату. Уже не нужен тут. Дело потяжелее нужны. Потяжелее тут оружие. Потому что нас в проходе держит там несколько кругляков, потому что. Поэтому нужно оружие потяжелее. Это оружие тоже будет плохо. Но оружие потяжелее нужно. И как я так его. Я его не убил. Два раза попал. Но сейчас я не помню, не убил. Был дроид, нету дроида. Ой, ой, боеприпас у тебя. Плохо. Мне еще и хп восстановить надо. Другой. Бам. Все? Нет. Еще раз надо. Ну блин. Не хочет еще боеприпасы давать. Ну хп не устанавливать точно. Быстрее, быстрее. И контент нужен. Так. У нас в проходе опять держит. Нет, плохо. Наша большая часть воинов, они просто здесь проходят. На самом деле это нормально, не делаю.
было где-то вроде. А, блин. Там. Солоты. Кстати, нужен танк взять. Потому что танк очень хороший. Он не идеальный, конечно, но я думаю, польза есть. Может, потом удастся, да, не удастся. Все, я беру что маяка, тут дела, что маяком должны идти. Потому что мы пробили тут как-то хотя бы наш проход. Неплохой, но очень тяжелый для выхода. Мы его пробили. И тут дальше работать у нас особо не получается. Потому что для того, чтобы дальше работать, нужно вот этих кругляков на самом деле убивать. Для того, чтобы их убивать, это нужно очень много стрелять. На тот момент, пока ты кругляков стреляешь и уничтожаешь защиту, или они сами уничтожаются, к этому моменту может еще кругляк пройти. И это на самом деле всегда. Всегда так не вовремя получается. Я вот этого возьму. Я по-быстрому долечу сюда. Мне раньше как раз успеет к выходу установиться. Пока, ну не полностью, если, то по крайней мере больше половины. Ну, блин, своего попал. Своего убил. Бам. Ай, граната. Я слышал то, что он граната пролетел, но я надеялся на то, что она мне не попадет. Но нет, она в меня попала. Чего вы эту машину не берете? Она не летает. Она. У нас вот как тут дела идут. Ну там не идеально делает у нас в том месте. Мне нужен самолет. Мне нужен самолет. Дайте мне самолет. Самолет. Мина. Где взять самолет? Заспавните что-нибудь быстрее хотя бы. Понятно, я вас понял. Когда вы заспавните, я к этому моменту успею уйти. Потому что вот, к примеру, машину эту забрали. Я сейчас своего сам заберу, эту машину. Все. Я управляю. Под моим руководством эта машина мощь. Под моим руководством она вообще мощь. Бам. Танк. Дыш. Два танка. Это плохо. Идем из движения. Огон. Уничтожаем. Уничтожаем ту вышку. И теперь там. Я понимаю, что это на самом деле группа вот так, там на танк технически, но что поделать? Так. У нас слева. Ну, не обошли, конечно, но уничтожают нас, пытаются слева. Стреляют. Мы его напарника там не убили. Давай, скажи, что будет строить.
Ветер без льда. Ну что, кто за другой отвечает? Как там появился здесь? Писали бы свой мяч. Это как за... Вы же такие мощные, как правило. Что такое? Быстро убирается. Быстрее идти, потому что наши сражаются в проходе. В туннеле, точнее. Фу, я не умер. Наши молодцы. Смогли. Я устанавливаю хп, боеприпасы, гранату кидаю туда. К врагу. Тут крудяк. И крудяк уничтожен. Обидно умираться нет, я полететь не могу. Ну все, мы тут тоже выиграли. Потому что у нас преимущество. Все-таки 8 раз. Пам. А тут вообще меня никто не встречает. Что за дела? Хозяев почему никто не встречает? Хозяев даже не встречает на самом деле. Ну вот, за эту всю игру я первую точку захватил. Но я на самом деле больше убивал. И то, убивал на танке. Благодаря танка у меня почему-то всегда больше всего убийства происходит. Да, я понимаю, то, что я так гораздо дольше живу, что все такое. Но вот если я танк не беру, пытаюсь аккуратно играть, у меня не получается больше всех убить. Ну, у меня много получается убить, но прям так много, что больше чем 50 убийств особо не получается. А вот танк беру, у меня почти всегда 50 убийств стреляет. Separatists have launched a desperate attack on the Wookiee homeworld. Какая у нас хорошая карта. Тем более это последняя. Ну, сладенький кусочек в следующее видео будет. Я буду заканчивать это видео. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.